Всем привет! Близкие отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой уже давно не являются тайной. Супруги воспитывают маленького сына и проводят вместе все свободное время. При этом они стараются не афишировать личную жизнь в публичном пространстве. Именно поэтому очередной пост Татьяны вызвал такую бурную реакцию среди ее подписчиков. Дело в том, что на снимке она запечатлена с мужем. Брухунова трогательно обнимает Петросяна и выглядит очень счастливой. «С днем рождения, волшебник!» – подписала кадр Татьяна. Многочисленные поклонники засыпали влюбленных комплиментами и поздравлениями. Такое нежное и доброе фото. Здоровья Евгению Вагановичу и долгих лет жизни, как же расцвел Петросян в Таниных руках. Поменялся стиль, разные фишечки в образах появились, а главное – блеск в глазах. «Какие вы красивые и счастливые!» – делились мнениями фанаты пары. Напомним, что отношения Петросяна и Брухуновой начинались со скандала. Сначала Татьяна просто помогала юмористу. Но в какой-то момент между ними завязались отношения. В итоге Евгений Ваганович решил развестись с Еленой Степаненко, хотя прожил с ней более 30 лет. Разумеется, молодую Брухунову тут же окрестили разлучницей. Татьяна подверглась самой настоящей травле, но со временем смогла доказать, что искренне привязана к Петросяну. После того, как у пары появился общий сын, критика в их адрес стихла. Теперь ничто не мешает влюбленным наслаждаться семейным счастьем. Добавим, что подозрительные пользователи сети не верят словам Татьяны о второй беременности, ведь она больше года водила за нос даже своих самых преданных фанатов. О появлении сына в семье Петросяна и его помощницы стало известно лишь спустя полгода после родов. Чтобы никто не узнал ее тайну, Татьяна долгое время выставляла в личном микроблоге свои старые фотографии. Именно поэтому часть подписчиков решила, что животик, который муза Евгения Вагановича попыталась скрыть при помощи свитера, появился отнюдь не благодаря ее хорошему аппетиту. «Точно беременна», – бескомпромиссно высказалась одна очень подозрительная пользовательница. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!